317. Да. Ну, это очевидно. Так, ВКонтакте. Есть очень близкий ответ, не буду говорить у кого. Не, если до 10 кто-то, хотя до 10 там вообще-то шаг больше. Был десятки ответ, был ответ десятки. А, ну ты... Вы так быстро пишете, я не успеваю читать. В личку напиши какую-нибудь кодовую фразу этому человеку. И да, пусть я, он это... я уже не знаю, где этот человек, я уже не знаю, где его. А, найти. Там в, так, чите, в чате ад? А, все, все, все. Не отвлекай меня. Если кто-то точно угадает, будет запись. Так, пока нет правильного ответа. ВКонтактике просто ад. Вот один человек вообще рядом угадал. В одну цифру ошибся. Есть, есть, есть. Сергей 228, Сергей 1. Совершенно правильный ответ дал. 17 367. О. Все, все, все. Хватит писать в чат. Хватит писать в чат. Стоп, 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 стоп. Так, как там 17 тысяч? 367. 367. ВКонтактике такого результата не было. Так, вот так, в всех случаях. Да, не было. Да, вот он, Сергей. Сергей... Напиши ему в личку просто какое-то слово, которое он должен потом сообщить на официальный аккаунт. Сейчас, сейчас. Это самое легкое. Как я люблю эту вебэнку. Как ему написать-то в личку вообще? Кликни, и там private message или что-то такое. Все будут смотреть на танцующих курей. Ты так занимательно. Так, собственно говоря, еще один вопрос, который меня интересует. Сколько у нас изначально было серверов и как назывался первые, как назывались первые три? Вот такой. Вот, а я хотел этот вопрос задать, но я не помню. Я тоже, и, блядь. Может быть, есть... А, о, кстати, если у кого-то есть скрин самого маленького количества серверов, кроме трех, потому что скрин трех серверов есть у всех. Если у вас есть скрин меньшего количества серверов, то есть вы тут с нами очень-очень давно, я вот сейчас... Вопрос сформулирую. Они уже все пишут Луна, Венера, Марс. Не-не-не-не-не. Мне нужен конкретно скрин. Количество, да, вот, нет, менюшечки, нет. Менюшечки. Вот я вижу ВКонтакте эти комменты. Народ, ВКонтакт, ВКонтакт пишите. Да, вот сейчас все видят, где мой экран. Юниверс никак не мог быть первым сервером. Да, определенно. И тест тем более. Тест мы вообще где-то накатили. Сергей, который победил, напиши мне в приват на Твиче. Там какой-то Валерий Снак пишет, что он первый сказал дату создания сайта, но... Ну, блин. Может, и не заметил. Чувак, бывает. Скрин. Пусть скрин скинет. Хотя бы, а дальше посмотрим. А, тогда... И судьба. Кругом наебалово, лохотрон и так далее. Да, да. Так. Незнакомка пишет. 12 июня, Европа, ФФА. Вряд ли Европа. А, слушай. А может она и права. Да, может быть, она и права. В общем-то, мне нужен скрин. О, подъехали какие-то скрины. Какие могут быть фастфуды? А, хотя, слушай, нет, слушай, топ-сучек же мы потом, да, уже очень-очень-очень потом ввели, так? Изначально это топ-витчес был, и вообще никакой русификации в помине не было. Хотя это уже вот клиент. Не пизди, у меня скрин есть, пишет Незна. Ну, вперед с песней. Самый ранний скрин нужен. Дату создания мы уже знаем. А,
чепленькается. Где мои комментарии? Вот. Слушай, ну вон у холода, по-моему, самые старые скрины. О! А я не сейчас, я не могу, я сейчас дойду до этой ветки. Вот еще тоже, кстати, старый-старый скрин. Не знаю, правда, из Google он или нет. Три Европа сервера, без названия еще, и 45 онлайна. Но это уже тогда, когда мы домен подняли, то есть уже сайт был. Блять, нихера тут мотать. Да вы издеваетесь, что ли? Так. Слушай, мне нужен макрос, который пишет «иди нахуй». А, дрыгается все. Нет, не то. Вот. Слушай, ну, по-моему, у нас вот есть два победителя. Это Холод, у которого какие-то очень-очень древние скрины. И некая Алиса Денисова, у которой тоже довольно старый скрин. И да, действительно, у нас три сервера. И если я правильно понимаю, то потом мы дали им просто название. Да, да. Так что вот, раз победитель, два победителя. Надо не забыть. А, еще вот так, вот так. И, собственно говоря, ответ на вопрос, почему у меня так много вкладок, вы видите примерно сейчас. Так, что, еще какой-нибудь вопрос? Там какой-то чувак пишет в Твиче. Рома, это мой скрин. Слушай, чувак, надо было писать ВКонтакте, не в Твиче. Я в Твиче не смотрю эти скрины. Так, вот, слушай, еще какой-то сервер Луна. Вот тоже старый-старый скрин. Ха-ха-ха, Алиса просто спиздила у Холода скрин. Ха-ха. Серьезно? Так, ну, я, в общем, потом с этим разберусь. Показать все, что скрыто. Так, а это что-то какое-то странное. За какое-то хэштеги, кстати, идут. Нормально. Хэштег всегда такой прикольный. Чашка щедрости. Только здесь можно увидеть сиськи. Петри лишь ПВ. Хорошо. Так, ну тут вот уже всего игроков онлайн. Затягивающая, позитивная игра. Добрые, потрясающие админы. Чуваки, мы что-то даже в топ еще не попадаем. Поднажмите там, а? Так. А Алиса путешествует нахуй, потому что скрин не ее. Уже многие говорят. Незнакомка говорит, июня. Незнакомка, ты там это пиши, я здесь не отслежу этот. Так. Смысла здесь этого писать. Мой скрин спиздили, победили. Идите нахуй, жалуются, ваноид. Так, а че за хуйня? В чем тут агар? Не наш клиент вообще. Так, ну вот 28, по-моему. Алиса Денисова? Он может и сиськи заслать, кстати. Да это фейк. Я знаю. Рут, я скрин кинул, не знаю. Окей, ну, блин, туда, в общем, туда. Я в этом Твиче сейчас не разберусь. Слушай, а такое количество сообщений ВКонтакте у меня багается. А ты F5 нажми, обнови вкладку, да и все. Да. Девская Ан, я там чутка с добром приврала, да, я видел, прочитал. Но тоже ничего, чуть. Слушай, люди думают, что чашка с семью режимами это прям самая первая чашка. Не, чашка с семью режимами. Ну вон там самый старый, который, в принципе, мне кинули, это вот 128 онлайн, но я не могу утвердить, чей он именно. И. Где-то тут вот то, что она скидывала, и другой человек пишет, что, собственно, вот. Это Роман Ибрагимов скидывает скрин, где уже есть режимы слева. Это не может быть. Ну, я с пацаном изначально со сервера был. Да, у нас и все было просто очень... Ой, смотри. Вот такое у нас было, нет? Где? Так. Подожди минутку, оно тебе прогрузится. В общем, вообще без этих, без шрифтов, без всего. Это у нее слетело что-то. Это не скрин игры, просто косячный скрин.
Оно из этой zip-версии запущено, то есть не инициализировалось ничего практически. Так, собственно, холод, наверное, скинул самый первый, вроде как. Сейчас, где-то тут, вот он. По-моему, вот это вот, ты скоро увидишь, у него текстовая версия, но не отображается сервера, но при этом нету ссылки на этот, на ПК-версию, а я так понимаю, что это самый старый скрин, который здесь представлен, кроме вот этого вот, который скинула Алиса, который бесхозный. То есть может каждый сказать, что это, мол, его скрин, но придет с песней. То есть все, что дублируется, идет автоматом. Так что холод у нас выиграл, наверное. Ну, смотри, это телевидение. Так, народ, почему так мало хэштегов в Твиттере? Какой-то iPad Pro и Донцова на 9-10 месте. Что такое-то? Надо поднажать больше в Твиттере репостов и хэштегов. Быстрее, быстрее, быстрее. Да. Ой. Слушай, вот этот миниатюрный еще наш дизайн, где только-только режимы вылезли во вторую строчку. Ну, я вижу. Мартин это запустил. Да. Там уже, извините, русификация есть, англоизация. Так. Собственно... Наверное, можно ебануть еще какой-нибудь вопрос, прямо такой вот секретный-секретный. Секретный-секретный вопрос. Может быть, когда донат был запущен, именно запущен. Не знаю, как отловить. Ты сам-то помнишь вообще? Нет. Можно по логам в этом, в общении пробить по упоминаниям донат, Петритиш. Нет, я могу посмотреть дату, когда был первый купон активирован. О, вот, давайте вот так вот. Да. Некоторый рандом, конечно, народ, будет. Ничего сейчас не пишите пока что еще в чате, потому что я еще не знаю ответ. Да, кстати, вот я не думаю... Пишите. Я не читаю чат, я пропущу, если вы сейчас что-то напишите. Писать только по моей... Ой, команде. Слушай, Заик объявился. Ха-ха. Живой, что ли? Да. Ибо нехуй. Баланса на кисти чисто. Я что-то даже... пизду потом по базаре. Мне вон уже числа называют 7, 11 или 11. 7. Не называйте, я не читаю ответы сейчас. Там какой-то, слышь, передай привет, сейчас улетит в бан. Хотя хуй. Нет, он точно улетит в бан, потому что он меня заебал. Поспи на часик. Блин, слушай, тут стоит дата, да, но она в формате столько-то недель, столько-то дней назад. И как ее посчитать-то вообще? Ну, от сегодня посчитать. Я забыл. Нет, смотри, если это недели дней назад, то недели множим на 7, прибавляем дней назад и от сегодняшнего числа. Дни считай, что ли? Ладно, давай сейчас недели посчитаем. Сейчас, подожди. Подожди минутку, дай я посчитаю недели. Вообще в гугле должно быть количество дней и все остальное. Наверное. Все, подожди, я буду молча это делать, чтобы не спалиться. Угу.